Привет, меня зовут Саверченко Павел, вы на канале Саверченко Павел, маркетинг, бизнес и семья. Сегодня мы идем покупать пиццу. Как вы думаете, какой маркетинг у пиццы? Сложно ли продавать пиццу или легко? Напишите в комментариях, потому что в принципе ничего сложного в пицце нету. Но для того, чтобы сделать большой бизнес из пиццы, нужно приложить много усилий, а может быть и нет. Каждый ли может делать пиццу? Сколько нужно времени для ее создания? Напишите в комментариях, кто любит пиццу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.